Всем привет! Настало время генератора материи, который мы сейчас, прямо сейчас и сделаем. Так, я еще сделал мультикристалл вот этот синий. И теперь делаем сам генератор. Для него нам нужно 4 светопыли, 2 улучшенных машинных блока и 2 микросхемы, тоже улучшенные. Как это делать, я показывал в прошлой серии, если вы вдруг, ну, не смотрели или забыли, то вот посмотрите. Вот, получился генератор материи. Сейчас я выложу вот это лишнее все. Побольше нужно взять еще железных изолированных проводов. Ну и в принципе все, теперь можно идти. И заодно я возьму утильсырье. Так, вот у меня тут 40, правда, ну ладно. Это пока что на первое время хватит. Я надеюсь, там уже энергии где-нибудь... Но если не миллиончик, то хотя бы 1500 накопилось. А, нет, только 365 тысяч. Ну ладно, мы сейчас пока устанавливать будем. Нормально будет все. А пока что я хочу еще прокопать вот здесь такое вот для провода место. Пока дома я не буду строить такой, а... Установим сразу генератор. Генератор установим и построим уже дом там. Так, это мне, чтобы спрыгивать тут удобнее было. Ну, где-нибудь, давайте, я сейчас вот это быстренько выкопаю. И вот где-нибудь на этом месте уже построим домик. Ну ладно, я сейчас тогда установлю сам генератор. Надо провести провод будет здесь. Да что ж ты тут все, блин, лезешь-то? Так, поставим генератор куда-нибудь. Вот сюда. Да и, впрочем, нам больше ничего не надо будет. Сейчас я еще прокопаю к нему путь. Так, вот здесь вот. И вот сюда вот так вот ставим. Видите, провод такой немножко отличается от медного. Такой массивный он. Мне он напоминает провода, которые были раньше. В прошлой версии мода медные провода занимали просто один блок. Вот. Как вот мы, например, ставим так блок, так шел провод. Ну, конечно, было не очень прикольно. Но забавно. Так, я еще хотел посмотреть, что у меня тут с торфяником. Тут земля есть еще. Торфа очень много. И вот что у нас с деревьями. Так, тут уже не пройти. Вот здесь пройдем. Блин, что он не собирает-то? Ну вот, тут вся смола эта, которую он собрал. Ну много, согласитесь. Ну вот, посмотрите, сколько же... Сколько дерева. Блин, надо заканчивать с гивеями. Но он что-то ростки сюда не спешит класть. Ну вот, еще одно выросло. Но обычного дерева тоже пока достаточно. Но вот это все, вот сколько мы, вы сейчас видите дерево, это столько стаков резины мы можем сделать в экстракторе. А вот сколько вы сейчас видите смолы, то в 3 раза больше резины из этого получится. Ну, в общем, резиной я обеспечен, грубо говоря. Да даже не грубо говоря, а точно. Я сейчас сделаю еще один сундучок, чтобы места было побольше. И потом я хочу сделать еще одну алмазную трубу, чтобы сортировать предметы. Так, ну вот это, к примеру, мы положим куда-нибудь сюда. Вот это дерево. Пусть оно будет где-нибудь тут лежать. Чтобы не особо мешалось так. Ну вот. Ну, я думаю, вот этого даже не пригодится. А вот этого... А, это пусть здесь лежит. Ну и обычное дерево пусть так. Еще у нас, кстати, я хотел посмотреть, что там с песком. Ну вот, саженец, что там. Пусть посадит. Но он не только гивею же сажает, он, по-моему... И вот эти тоже саженцы сажают, независимо, в первой они квадратики стоят или нет. Ой, уже стемнело, пока мы тут ходим. Ну ладно, я сейчас посплю быстренько. А, я что-то забыл включить запись, уже тут прокладываю провода.
Так, последние штрихи. Так, еще вот так вот надо сделать, чтобы все это скрыть. Положим сюда вот это вот. Ну, естественно, без энергии он ничего делать вам не будет. И подключаем. Смотрим, сколько у нас здесь энергии. 500 000. Ну, где-то процентов на 80-90 он сделается. Вот, вы видите, как... А, вот посмотрите, как быстро делается-то. Из-за того, что энергии сразу много идет. Может, кстати, и до 100 сделается. Да, вот у нас материя есть. Так, стоп. Остановите его, кто-нибудь. Ай-яй-яй-яй-яй. Оп, все. Чтобы у меня не тратило зря энергии, я лучше сюда утильсырье положу. А, ну, блин. Как же это здорово. Почему? Ай, как же я тупил это время. Все. Ха-ха. Зачем я дурацкие коробки делал? Еще спасибо, что вовремя мне напомнили об этом. То я бы дальше бы делал эти коробочки дурацкие, никому не нужные. Ладно, сейчас сделаем. Я хочу просто квантовую броню сделать. Вот тут 2,5 стака. Это если умножить на 9 все. Это около 20 бы стаков у меня было вот этого штук этих. Утильсырья дурацких. Ничего, я сейчас возмещу ущерб. У меня камня тут предостаточно. Который мне вообще нахрен не нужен. Во, вот это уже другой разговор сейчас будет. И сюда путь открыт уже. Блин, надо было отсюда, правда. Ну ладно. Вот, сейчас все это уничтожим. Получим хоть стаков 10, ну я надеюсь, будет вот из этого. Ну просто реально необходимо мне. Я... Ладно, не слушайте, что я несу. Я просто очень сильно удивлен, что всего лишь 200 тысяч понадобилось на то, чтобы сделать одну материю. Вот, кстати, рычаг, я вам не сказал, уже так торопился, потому что его мы, с помощью него мы можем просто выключать печь на процессе, который... на тех процентах, которые уже есть. Так, ну и заново кладем сюда вот это утильсырье. Забираем материю ценную. Так, я хотел посмотреть еще. Сколько у нас тут? 380, а тут что у нас? Почему сюда не идет? А, нет, идет немного. Иногда так. Ладно, основная партия энергии, каких камней, идет вот туда. Так, сейчас покушаем немножко. Так, ну и за дело. Может быть, хоть две материи у нас проработает на этом утильсырье. Ну да, вполне возможно. Вот это цифры, кстати, они от 5000 идут к нулю. Но это как бы запас, как сказать, энергия вот этих вот утильсырья, каждого утильсырья. Например, когда от 5000 дойдет нуля, то уничтожится одна вот эта вот штучка. Так, все, выключаем. И получили мы 3 материи. Так, сейчас я вам расскажу, что можно сделать с помощью этой материи. Ну вот самые такие интересные рецепты, которые я нашел, это из 5 материй мы сможем сделать 24 мицелия. Это... Но это на самом деле немало, потому что мицелий может разрастаться. А мицелий нам понадобится не только для того, чтобы он был, а для грибной фермы, которую я тоже собираюсь сделать. Но только после того, как я сделаю побольше иридия. Иридий делается из 7 материй. А из 9 материй мы можем сделать алмаз. Но я этого делать точно не буду, потому что алмаз я могу сделать... Я могу его найти просто. Иридий я не могу найти. Ну и алмаз я могу сделать из стака угля. Ну, стак угля и материя — вещи несовместимые. Ну вот, сейчас вот 3 пока я
пока снимать не буду, я наберу достаточно много материи. Я в этом практически уверен. Ну, потому что, ну, в принципе, на парочку операций еще хватит. А для брони нам нужно, сейчас я посмотрю, сколько нам иридия там нужно. Так, вот иридий. А, это еще иридиевая руда только. Сам иридий нам нужно сделать из 4 вот этих руд иридиевых. То есть из 28 материй мы получим один иридий, как бы такой вот. Так, из 2 иридиев, самих иридиев, мы сможем сделать шлем. Ну, я опускаю другие ресурсы, к примеру, как вот нано-шлем. Ну, это все вещи, которые можно не очень сложно сделать, тот же даже мультикристалл. Ну, в общем, это мы сделаем. Главное для нас иридий. Так, квантовый шлем. Квантовый шлем мы можем, пока его заряд не иссякнет, бесконечно находиться под водой. Ну, вот пока заряд не иссякнет, да. И мы не будем хотеть есть, пока, опять же, не иссякнет заряд. Потом, у нас есть квантовый нагрудник, который полностью поглощает весь урон. Так, я сейчас на паузу даже поставлю. Который полностью поглощает весь урон. Независимо, упали мы или ударили нас монстры, съел зомби, не знаю. Ну, в общем, любой урон. Потом, квантовые штаны позволяют нам очень быстро бегать. И квантовые ботинки, которые позволяют нам высоко прыгать. Так, для квантового шлема нам 2 иридия нужно, для нагрудника 4, для штанов и ботинок также 2. Ну, довольно неплохо, в принципе, но я не знаю, конечно. Это дорого очень, согласен, но броня это того стоит. Потому что я буду стремиться к этому. Ну, а когда я уже сделаю комплект брони, иридий мне больше не понадобится, я, скорее всего, буду делать... Возможно, алмазы, а возможно, к тому времени у меня будет очень много алмазов. Но мицелий я сделаю обязательно. Потому что я его... Его очень сложно найти, по крайней мере, для меня. Ну, смотрите, вот что можно сделать. Мы из 3 материй можем делать 5 оловянных руд. Я думаю, это очень выгодно, в принципе-то. Или 16 песчаника. Ну, тоже неплохо. Эх, ладно. Ну, я думаю, на этом можно заканчивать уже. Такая для меня довольно интересная серия получилась. Я потому что никогда не делал генератор материи. И мы так быстро получили материю. Ну ладно, все это время энергия у нас тут будет накапливаться. И в следующей серии, возможно, когда я не знаю, что мы будем делать, но скорее всего будем делать обои к моему дому, мы параллельно с этим мы сделаем несколько материй. Надеюсь, штучек 10-то нам хватит. Ну ладно, спасибо, что смотрели меня. Надеюсь, вам все понравилось. Если что-то не понравилось, то напишите почему. В следующих сериях я постараюсь такого не допустить. Ну ладно, всем пока.